Он рядом несет и я. Я могу золотые ворота, и я это наша работа, и никто не стоит в стороне. И при этом платят 420 рублей в месяц пособие на ребенка. Позорище! В Швеции, в буржуазной Швеции, по 100 тысяч в месяц на наши деньги на ребенка платят. Как молодой семье растить детей, если у нее нет квартиры? Нету денег, говорят. Меньше воровать надо. Налоги надо платить буржуям не по 13%, как платят наши самые низкооплачиваемые рабочие. А платить по 50, по 60, как в странах Запада. Все решают деньги. Посмотрите, какая дело, сколько у вас. А вы на это шпорт два раза, и мы сюда по Комсомольску рекомендовали, брат. Все это рассказать ему. Власть коррумпирована. 8 лет не могут дать несчастье корме. Подводную лодку дизельную строили 3 года. Ее за 11 лет поэтапно ремонтировали. Мы снова должны быть в авангарде противников политики нового колониализма. Я хочу поздравить всех с днем 1 мая, Международным днем солидарности трудящихся, с праздником труда, с праздником мирного неба на траву. Спасибо. О проблемах медицины города Комсомольска. Уважаемые товарищи, я выступаю здесь, чтобы сказать о проблемах образования нашего платного. Не должно быть платного образования, это беспредел. Бесплатное образование должно быть, чтобы молодые смогли поступить в университеты, в колледжи и в техникумы. Это наша веселье охватит радостью народу. И никто, чтобы возразить их, и словечко не найдет. Согласитесь, все же рады. Нет лучше награды за тяжелые труды, чем отсутствие работы в школу. Большое количество земли, любое, на 7-9 последующие будет говорить по мандации. А так,